масочный режим мы соблюдаем очень строго, поэтому еще никто, слава богу, у нас не заболел за все время. Постоянно у нас кассиры каждый там час их отпускаем на 5 минут, чтобы они обработали руки, поменяли перчатки, поменяли маски. Контроль за сроками мы идем на ежедневной основе. Ежедневно, каждый час контроль качества у нас есть. И анализ запасов, который мы отслеживаем на ежедневном. Очень радует, что в нашем городе постепенно налаживается вот этот вот контроль и не выявляется просрочка. Мы в целом этим мероприятием довольны, также будем продолжать контролировать качество продуктов в нашем городе.